Всех приветствую, 1 февраля 2023 года. Просто гляньте на эту красоту вообще. Идет настоящая зима, пришла. Тут даже вот никто не ходил. Чистый снег, обожаю это. Романтик. Что ж, тихо, все спокойно. Погода шикарная. Ни прилетов, ни отлетов. Живем и радуемся жизни. Сейчас тут кружочек дам и схожу потом на турнички. Ох, красота. Сейчас вообще, знаете, самая такая популярная обсуждаемая тема — это мобилизация. В общем, мобилизация, вручение повесток и все, что, ну, как бы с этим связано. Да, есть такое. Вручают в торговых центрах, в кофейнях, там останавливают даже маршрутки. Всем там повыдавали. И дальше, ну, по своим делам. Но я не думаю, что, знаете, после вот вручения этой повестки ты сразу там окажешься на первой линии и будешь там поляныця, поляныця, прием, прием. Это распятый мальчик. Вижу колонну танков на 12, расстояние 1,6. Огонь, огонь. Вряд ли. Ну, есть то, как есть на данный момент. Что ж, насладимся дальше погодой. Не будем ничего бояться, потому что страх рождает сомнение и неуверенность в себе. А это нам не нужно. Все. Всем гарного, отличного дня. Бережите себя, занимайтесь спортом и рубите добрые дела.